Мирадыл Баймухамедов выступил с презентацией, посвященной концепции национальной интегрированной информационной системы здравоохранения Узбекистана, ее требованиям и стандартам. В частности, подчеркивалась необходимость формирования единой медицинской базы данных физических лиц, родившихся, проживающих и пользующихся услугами здравоохранения Узбекистана. Были также озвучены целевые ориентиры проекта. В 2017 году должен был быть уже полнофункциональный проект, до конца года реализован. Поликлиники привязаны к паспортизации. То есть здесь человек, когда приходит, серия, номер паспорта, то есть это регион, достаточно понять по пинфулу, вы к какой поликлинике привязаны и кто у вас участковый врач в системе можно видеть. Опять-таки, к какой поликлинике вы привязаны? Это паспортный учет, электронная система паспорта, учреждения. А к кому вы привязаны, это опять-таки из базы данных кадров, какой врач обслуживает вас. Плюс патронаж. То есть это патронаж связан с пропиской. Есть вы прописаны в этом регионе, проживаете, значит, вы прописаны в этой поликлинике, но живете в другом месте, но опять-таки ваша поликлиника, если вы заболели, обязаны обслужить. То есть именно помимо прописки есть еще привязка к временной. Запущен прием к врачу, то есть первый этап регистрации на прием, чтобы посмотреть, как это работает. Система опять-таки привязана к паспортному учреждению, появляется, кадры все подвязаны, появляются. Если врач увольняется, переходит в другую структуру, он здесь автоматом теряется, то есть его уже не будет, он появится в той системе. То есть уже внутри система сама определяет, как кто переходит. То же самое с доступами. Система доступа в АД был утвержден регламент, правила безопасности и доступов, где таргетирование, то есть должность, роли привязаны к должности и территории. То есть если он облздрав Бухарской области, он сидит на должности, ему выдали первый раз учетку, допустим, да? Через полгода он его увольняет, ставит облздравом Андижанской области. Ничего в системах не делается, меняется только одна графа в АД, что он стал... То есть должность облздрав, то есть права облздрава он ставит, но таргетинг уже Андижан. И он теряет право доступа к всем данным на портале к Бухаре, но появляются у него все данные и доступ к Андижану. И унаследованы еще другим системам. СМИС, то есть система мониторинга за инфекционными заболеваниями, другое то же самое, подтягивается уже по должности и по званию. Вот как раз мониторинг за инфекционными, все учреждения СЭС были подключены по всей республике, это 68 инфекций. По всей стране заводится в электронную систему, чтобы мониторировать вспышки инфекции. 058-я форма – это экстренное извещение. Фактически 100% все должны быть в системе. То есть можно видеть по всей стране всю картину по этому. Когда заходит с логином, паролем СЭС, он попадает в информационную систему по мониторингу за инфекционными. Видно вся картина по республике, то есть разбивка по этому, можно проваливаться до районов, до учреждений, посмотреть персональные данные, то есть откуда эти данные идут. Это не статистика, это уже живые данные. Человек заходит как СЭС, как служба крови, он попадает в свою систему. То есть он видит только данные по службе крови, и это сделанная система в 6 центрах переливания крови. То есть забор это республиканский, и есть 5 региональных. То есть она взаимосвязана, вот СЭС-служба, самостоятельная вертикаль, со своими процессами. Служба крови самостоятельно вертикаль со своими службами. База единая, интегрирована. Системы разные. Но на уровне вертикали они интегрированы. То есть вот здесь модель работы с донором. Но вот здесь вторая часть, основная. Как работает именно интеграция. Если человек пришел сдавать кровь, и система должна из той системы взаимодействия отдать, ой, извините, мы у вас кровь взять не сможем. Причину ему говорить никто не будет. Но система не позволит у него взять кровь. Это ограничивает риск заражения других людей. Раньше было по-другому. Когда человек приходил, сдавал кровь, у него брали эту кровь, ему не отказывали. Эту кровь отправляли на анализ. Пока анализ сделают, пока это все пройдет, это деньги на лаборанта, это деньги на реактивы, это деньги на того лаборанта, который будет анализы проводить, это рутинная работа. В данных случаях уже... Изначально при приходе уже сразу ему отказ, то есть все дальнейшие действия уже отключены. То есть это, во-первых, рационально, во-вторых, ну, не тратится день, а во-вторых, это исключает риск. То есть случайно лаборант неправильно, сделали анализ, то есть проскочила кровь инфицирована ВИЧ. То есть это тоже вот вопрос безопасности.
Система позволяет как-то обезопасить уже, ну, безопасность, это не информационная, это безопасность уже жизни. То есть это вот как система работает, как помогает вот именно интегрированная система. То есть забор крови, кстати, тоже полностью автоматизированный. Основные особенности были сделаны в том, что там полностью система ручной, вот, убран. Все на штрих-кодах с момента забора, уже все остальное штрих-кодировано, все хранение, все компоненты крови, которые готовятся, они все как раз-таки привязаны к штрих-коду. Весь процесс от начала до конца. Я тебе скажу, можно одну ремарку? Да. У вас вот этот процесс подготовки как бы этих продуктов, скажем так, автоматизирован, а вот в больницах процесс считывания не автоматизирован. Хорошо, что вы... До больницы мы еще не дошли же там. Это было вот как раз-таки в том проекте, который должен был вот в 2017 году быть запущен. То есть деньги вот эти АБРовские как раз на это было выделено, Мирового банка. Уже имплементацию на регионы. Вот в начале таблицы я показал. Первый шаг – это ядро, потом уже масштабирование на... То есть где деньги большие требуются в больницах. Это локальные сети, это компьютеры, это обучение врачей. Каждая система SMS, внедрение от момента начала инициации проекта до промышленной эксплуатации занял 4 года. Только на подготовку ТЗ и документа 1,5 года. То есть 1,5 года ушло на то, чтобы изучить все бизнес-процессы, вытащить процесс как есть, нормативно пробить и показать, как должно быть, то есть убрать все лишние, доказать это работникам этой службы, утвердить, только после этого переходили на разработку. Если на разработку уходило где-то от 6 месяцев до года, на внедрение уходило где-то 1-2 года. То же самое по службе крови. От 3 до 4 лет. Ну, это уже системы, которые внутри были внедрены. Это мелкие системы тоже. Это все связано вот с центральными тремя базами. Протезы – это к старикам и инвалидам. Это психоневрологический диспансер, наркодиспансер, которые там на учете стоят, они тоже к Пинофилу привязаны. Это, кстати, услуга сейчас через единое окно уже отдается. Виртуальная приемная. Виртуальную приемную, кстати, мы отработали с 10.03, мы должны были скорую делать. И на примере вот 10.03 просто показали, ну, то есть все говорили, централизованную диспетчерку сделать невозможно. То есть все, мы предлагали собрать все диспетчерские 103 логически в одно место. Физически они сидят на своих местах, но логически, или, ну, то есть технически, инфраструктурно, они централизованное управление. И сама служба скорой, ответственные лица, говорят, невозможно, и риск большой, то есть все. Но мы сказали, давайте не будем трогать 103, потому что она критичная. Да? То есть на ней экспериментировать – это жизни людей. Поэкспериментируем на телефонах доверия. И запустили телефон доверия 10.03. Одна из первых министерств, которая единый номер по всей республике. В любом районе республики, где бы вы ни звонили на 10.03, вы попадали, то есть если район, Тарки увидит, что это вы из района Бухарской области, попадает на облзора Бухарской области. Если в Андижане, на облзора Андижан. Если он там трубку не берет, телефон передает уже звонок наверх, на республиканский уровень. Все звонки записываются, все звонки фиксируются, плюс мы привязали это к приемному министру, то есть там оператор должен был и записать, что, кто, что говорит, ну, то есть какие жалобы или предложения. Все, в принципе, заработало. Заработало, и система показала, что у нас по республике 80%, ни 5, 10, ни 20, 80% звонков не принимается. На телефоны доверие, то что просто элементарно лучше не взять телефон, чем взять, а потом за него отвечать. Когда не берете телефон, ну, в обычной ситуации, никто не знает, что звонили, нигде не записывается, и в отчете можно написать, звонили 100 раз, и вот 100 записей, и вот 100 таких. В этом случае 100 раз взяли, но остальные 1000 висят в системе, и всегда можно зайти, посмотреть, послушать, кто что говорил, или все звонки, которые перенаправлены были в республику, все можно проследить, статистика, все выводится. В регионах, в районах звоните 103, если не берут трубку, то есть это нигде не фиксировалось. Поэтому отчитаться невозможно было. Если даже взяли, там внизу это не записывалось раньше. Сейчас это все как бы уже переводится на то, что все звонки централизованно записываются. И вот это решение было как раз-таки в 2016 году предложено. По нему как раз-таки вышел указ президента по развитию скорой помощи с единой диспетчерской. То есть вот здесь система как раз интегрирована 101, 102, 104 МЧС. Почему важна интеграция? Мы предлагали автоматически, ну, то есть по опыту 112. ДТП, пожар. Когда ДТП, куда в первую очередь звонят? Милицию звонят. То есть забывают, а там, может быть, это пока милиция приехала, увидела, что там нужна помощь, звонит уже, потом они звонят Минздраву, да, то есть 103 врачам.
или пожар. Когда видит дым и пожар, куда звонит? Пожарный. Пока пожарники приезжают, скрывают дверь и видят, что там кто-то пострадавший, потом вызывают скорую. У врачей есть золотой час, называется он. Первый час – то, что спасает жизни людей. То есть моментально надо как бы вот в этот период реагировать. Поэтому когда 103, вот, ну 112 регламент идет во всех странах, 112 – это единый звонок. И там же и скорая выезжает на место, и пожар, если пожар – пожарники, если это ДТП и ТТП, то есть милиция и это скорая. А в некоторых случаях пожарник и полицейские уже оснащены первой необходимостью. Да, и обучены, как проводить искусственное дыхание, как принять роды, или как поставить стому, то есть при задыхании. То есть это все как бы, это все механизм УЗИ. Вопрос не поднимался, чтобы единый донор, ну как, чтобы не каждая служба, а единый донор. Нет, поднимался, 112. То есть этот вопрос мусолится, но он будет. То есть на тот момент, в принципе, поручение руководства страны было вообще перейти на 112. Но чтобы на 112 перейти, каждое министерство, то есть чрезвычайность, должен был подготовиться. То есть, опять-таки, этап, как вот Медкарт я рассказал, чтобы ЕГАУМН сделать, нужно каждое министерство, чтобы свои системы создало. То есть это время. То есть 112, чтобы перейти, МВД должен свою систему привести в соответствие. Минздрав свои, пожарники свои, газовики свои. То есть они взаимосвязаны, то есть просто так сверху вниз, там 112 сейчас откроем, все будет работать, нет, не получится, это очень много. Да, то есть, да, вот прототип как раз-таки вот здесь и был сделан, уже это не идея, мы прототип развернули, показали, там МВД сидело, то есть и ГУВДшники 102, там и пожарники были 104, этот 101, там и газовики были 104, там и МЧС был, то есть там целая группа работала, и они все вот именно мы участвовали, подняли именно демо-версию, то есть не идею, что этот, а именно рабочую демо-версию на базе узбек-телекомовского ЕЦОВ. Показали, как это работает, то есть физически показали. Все, что я сказал, было завязано на карты. То есть мы в основу всей системы также клали геоданные, то есть ГИС-систему. И когда мы закупали сервера, мы закупили и ArcGIS лицензии, и мы уже прототип системы сразу выстраивали с учетом слоев карт. Потому что все здания, сооружения должны быть на ArcGIS. Почему ArcGIS? Узгеодескадастр работает на ArcGIS-ах. Завтра системы должны стыковаться, слои именно карты должны взаимодействовать между собой. Данные о картах должны быть взаимодействующими, обновляемыми. То есть это карты нужны для того, чтобы учреждение, где стоит ореол, если это вспышка инфекции, то есть ближайший общий ПИД, ближайшие детсады, ближайшие школы, если это вспышка гепатита С, то же самое. То есть именно ситуационные дела, они все связаны с картами и слоями. На картах также можно привязано учреждение, уже данные об учреждении с паспортизацией вытаскивается, дается, то есть можно принимать решение на определенных данных. Вот, ну, это уже реестры, они уже так быстро пройдут. Это все реестры были сделаны. Единственная проблема, сами начинка сделана, то есть формы. Но чтобы они правильно выдавались населению, в них надо работать. То есть ежедневно заполнять. То есть это, вот, к сожалению, вот этого момента нету. То есть именно самый тяжелый момент – чтобы в системе каждый день рутинную работу выполняли сотрудники. Вот тогда система все будет работать. Ну вот основная вот постулат, вот три основных ядра, на базе которого все выстраиваются. Единые реестры, демография, ресурсы, электронные медицинские записи. На 17-й год вот 5 систем уже работало полнофункционально. Они, 5 систем – это республиканского масштаба. То есть это сверху вниз, до районного, до непосредственного учреждения. В масштабах страны. Давай, спасибо. Если нет вопросов.